Ух ты, блин! Здорово, народ! Сегодня осваиваем новые места. Будем ловить крупного, здорового просто карася. Без всяко разных китикетов, педигри. Сегодня у нас в теме будет вот такой чудесный поплавочек. Его будет на камеру видно просто замечательно. Моя 700-я Brain Blast Ball. Короче, кормимся, закидываем и погнали. И тут же второй побежал. Эх, да. Гляньте, ребятки. Такой прям золотой, бронзовый карасик. Вот этот цвет классный. Очень нравится. Ребят, в общем, сегодня попробую уделить максимум внимания поплавку. Поплавок у нас довольно-таки козырный. Думаю, поклевки будут видны четко, понятно. Уверен, вы вместе со мной сегодня порелаксируете. Ой, красавчик, просто без лишних слов. А поклевочка как вам? А как вам поклевочка, друзья, а? Ты понял? Сидел. Да. Водил долго. Ух ты, блин! Ой-ой-ой-ой-ой! Офигеть! Короче, ребятки, не зря я в камышек перебрался. Смотрите, какого кабана бабахнул. О-о-о-о! Давно я таких на удочку не ловил. Ну реально, такой грамм, блин, 800 карасело. Это жесть! Короче, закормил окошко. С чистого перебрался вот так под рому, стоял вот там. Первого карасика с ладошку, может чуть меньше даже взял. А этот прям ну порадовал. Ребятки, поклевка классная. И просто бабах, и такой карасело. Это жесть какая-то.
Ой, хорош кабасик. Есть. Короче, ребятки, сменил я крючок. У меня стоял крючок такой из довольно-таки толстой проволоки. Декой КР-22. Есть такая серия. Но я его ставил с уклоном на то, что здесь может взять карпуша такой хороший, но 2 килограмма больше. Но в итоге просто карасю, вот так, когда в небо встревал тот крючок, он настолько толстый, что не пробивал. Карась просто головой пару раз мотыльнул, и все, и сразу сход. Ну, было три раза к ряду, и я поставил декой К-105, Live Bait Light, 7 номер, по-моему. Но здесь проволока совсем тоненькая и пробивает, ну, можно даже не подсекать, просто поднимаешь, а он сам впивается. Нормальный такой дядька. Есть. Ой, нормалек. Собрался карасик. Там и Рома вроде начал лупашить. Сидел, что-то не клевали карасики, а тут прям нормально вытянул. Ну и у меня к ряду 2 проклюнулось. Только-только закинул вот. И второго сразу взял. Ух ты, нифига себе! Слету взял! Ребята, вы видели? Гля, какой карасик! Офигеть! Рома, прикинь, только-только опустил, понял? И короче, у меня поплавок чуть-чуть сбился, понял? Я думаю, достану его, короче, потому что он что-то, ну, блин, надо глубину меньше сделать. Я даже без подсечки начал просто доставать, а там карась сидит. Это просто жесть, друзья. Подошел карасик, просто жестяк. Ой-ой-ой-ой-ой. Офигеть. Ребятки, смотрите, я поставил только что кукурузу, но это никак не имеет значения к тому, что случилось. И смотрите, кого я поймал. Зеркальный карпик. Офигеть. Да, зеркальный карпик. Да. Беги, расти. Конечно. А на грузику что-то ловил? Офигеть! Ромыч, прикинь. Сейчас, подожди, я тебе дам кукурузку. Ребятки. Давай, поставь, да. Тоже неплохой вариант. Ребятки, короче, смотрите. Говорю только, что Роме, блин, буду ставить, наверное, кукурузу, чтобы отсечь мелкого карася. Вот первый зеркальный карпик влетел, и второй вот такой вот карасик. Ну, уже такой, больше ладошки. А у меня тут, короче, баночка кукурузы открытая. Поэтому сейчас надо все-таки поэкспериментировать с ней.
Блин, ты шо? Такой карасик ушел, это вообще жесть. Короче, что-то подпритихло, и мы, как всегда, используем активатор клёва. Это мой термос. А чё активатор клёва? Это потому, что когда я сажусь кушать, у меня всегда начинает клевать. Проверено, блин, временем. И ни одной рыбалкой, ё-моё. Бубырь, говорят, такое зло понял, что отгоняет все на свете. Да ну мы же на балансиры ловили. Ну, карасик. Карасик. Короче, ребятки, только Роме говорю, Рома, я говорю, я знаю, что у меня карась не клюет. Потому что, говорю, мне жарко, дискомфортно. Надо снять кофту. Снял кофту, короче, только закинул и сразу поймал карася. Прикиньте. Конечно же, это стечение обстоятельств, но тем не менее. Попал в тему. Что-что? Там, мне кажется, ты на него наколедовал еще 2 часа назад. Еще когда мы только с машины вышли. Ты же умеешь. Опа-на! О, вот это оно! Вот это, ребятки, тот карасик, который нам нужен. Ай, молодец! Это просто жесть. Подожди, это сазан. Сазанчик? Да, это сазан. Ребятки, смотрите, какой красавелла. Вообще красавец. Ты шо, ты шо? Ну да, чуть покрупнее. Да ну такой, грамм 300, наверное, сазанчик. Сейчас его как-то надо достать. Он глотанул так нормально крючок. Так, Рома тут нам хирургические инструменты подал. Чтобы мы сазанчика, короче, не травмировали нифига. Опа. Ну и все. Дальше он идет подрастать. Все, побежал. Красивая рыбка, конечно, да, соглашусь. И, блин, побороться было приятно. Реально, так придавил хорошо. Приятно, приятно. Это лапать. Рома, а что я тебе говорил про опарыш с кукурузой? Ну ладно, ладно. Смотрите, друзья, какого я карася бабахнул. Это просто жесть. Какой он здоровый. Какой огромный лапать карась. Ну и ладно. О божечки. Иди сюда. Смотри, Рома, какой красавец. Гляньте, ребятки. Ты шо, вот это рыбалочка. Рома, короче, ловил на кукурузу с опарышем. Сидел полчаса, что-то нифига. Говорит, сниму кукурузу. Снял кукурузу, начал ловить. Просто на опарыша. Карасика в садок. Говорю, блин, вот не. Говорю, а вот я хочу именно на кукурузу с опарышем. Одел и кукурузу, и опарыш, и бабахнул такого вот просто замечательного карася. Вы видели, как я его выдирал оттуда? Сразу я понимал, что надо нахрапом брать, потому что чуть-чуть, малейший шанс ему дать затулиться туда в очеред, это все. Это, ну, это беда. Это сход рыбы, во-первых. А во-вторых, это нервы после оторванной снасти. Да так, по чуть-чуть, мелкий. Что? Да один взял, а то в основном с ладошку.
ты, ё-моё! Ух ты! Иди сюда! Хорош, кабасик! Да, конечно, есть сегодня отдельные особи, которые радуют глаз. Оу! Ну, здравствуй, дядя Карасик! Крупнячок! Глянь, друзья, какой! Какой хороший экземпляр! На чистого опарыша! Червяка начала чернуха отбивать. Чистый опарик сработал. Будем на сегодня закругляться. Следующую рыбалку, скорее всего, планирую замутить на боковой кивок. Но не факт. Есть еще одна идейка. В общем, ставь лайк, если понравилось видео. Всем пока. Короче, а что ж, всем пока. Ставь лайк. Что значит лайк? А рыбу что, не показал? Я садок затянул уже в ведро. Получается, ведро у меня 12-литровое от Брейл. Вот. И получилось примерно пол ведра. Ну, в основном стандартик такой. Чуть больше ладони, карасики. Тоже, в принципе, нормальные караси. Но, конечно, сегодня и радовали некоторые отдельные особи. Смотрите. Смотрите, какие карасяки попадались. Где-то еще тут. О, вот вообще, смотрите, такой. Прям хорошие караси. О, вот так вот. Ну, теперь вроде бы как бы и все.